вот об этом сезоне, пока выходили вам на поле, вот где-то позже, в 65-й, 70-й минуте, вот как вы сами себя чувствуете вообще сейчас? Если о сезоне, то думали, что в 4 играх мы наберем больше очков, чем сейчас. Вот. По ходу ситуации наша продолжается больная тема, что стартуем очень плохо. Вот. Что касается сегодня, я думаю, более справедливой была бы ничья минимум. Вот. Но в конце мы много моментов очень имели и не забили. А Герцен своим шансом воспользовался. А как вы сами себя физически чувствуете? Когда входите в игру, все-таки видно, что у вас уверенность есть. Я чувствую себя нормально и физически очень готов, скажем так. Вот. А решать тренер, насколько я должен уходить. Вы думаете сейчас пока как бы тактические доводы, что вы не играете? Вы как бы пробуете с одним нападающим играть? Вы знаете, насколько я самокритичен к себе, я считаю, что дело не в моей игре. Сборная вам, вот, в отличие от Штурберта, сейчас доверяет место в основном составе. Когда в сборную приезжаете, как бы для вас сейчас вот, дополнительная мотивация тоже? Для меня всегда вызывает сборную мотивация, и независимо с кем играем. И я всегда еду с хорошим настроением играть за свою страну. Сейчас у вас как бы, очень важные матчи 2 числа и 6 числа. Как бы, нужно, в принципе, добиваться 2 побед. Вот что вы можете об этих матчах сказать? Сказали, чтобы решать задачу, надо добиваться 2 побед. Я думаю, именно эти слова нам и скажут адвокат. Вот, а какой матч будет тяжелее, первый или второй? Или оба будет сложнее? Я думаю, делить нельзя, потому что в первом нужна победа, что во втором. Ну, лучше начинать постепенно. С кем играем первым, с кем и надо выиграть. Сейчас я смотрел вас с Херты 2 года назад. И сейчас вы снова приехали в Берлин. Вот, как вот, вы видите Бундеслигу? Вот она за последние 2 года поменялась? Я не думаю, что она поменялась. Посещаемость как осталась высокой, так и осталась. Атмосфера вокруг матчей тоже. Вот. Мне очень нравится. Супер, что могу сказать. А то, что Дортмунд стал чемпионом, это вас удивило? Меня нет. Почему? Дортмунд был сильнее всех и стабилен на протяжении всего сезона, и заслуги стали сильными. А что можно в этом году от них ожидать? Я думаю, они будут бороться с Баварией за чемпионство. А Байер может включиться в борьбу? Я имею в виду Мюнхен. Да, а Байер Леверкузен может? Да. Другой нет. А вот Штутгарт, что по силам, в Еврокубке можешь попасть? Я очень надеюсь. Давайте к вам вернемся. Вы несколько лет назад были одним из сильнейших нападающих Европы. Какие у вас еще сейчас цели в ближайшее время? Чего хотелось вам добиться? Да? Естественно, «Зенит» меня приучил выигрывать все турниры, в которых участвуем. Сейчас немножко 3-й год уже пошел. И не получается ничего, да, скажем так. Продолжаю работать и показывать Петровку, что я, наверное, сильнейший, так сказать. Вы думаете, что вы надеетесь, что в ближайшие там несколько туров ваш шанс придет все-таки? Я думаю, да. Хорошо, спасибо.